Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильное зеркало со встроенным видеорегистратором от компании Phantom, модель RM43DVR. Поставляется оно в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция с характеристиками. Само зеркало. Это зеркало идет зеркало-накладка. Фиксируются они с помощью вот таких вот резинок на штатное зеркало. Также в данном зеркале имеется видеорегистратор, как мы видим. Полностью зеркало пластиковое. Вверху у нас имеются разъемы USB, аудио-видео вход под выносную камеру, слот под карту памяти microSD, также снизу кнопки управления. И как мы видим, по центру у нас небольшой дисплей, на который вводится изображение. Вот, в комплекте имеется зарядное устройство, прикуриватель, выносная камера с LED-подсветкой, монтажный комплект для камеры и оригинальный гарантийный талон. Вот сейчас мы данное зеркало подключим на питание и пройдемся по его меню. Подключили мы зеркало на питание. В данном зеркале используются три режима. Это режим фото и видео, и также можно просмотреть уже готовые записанные файлы. Заходим в меню, зажимаем кнопку M на несколько секунд и попадаем в меню. Первый пункт меню – это разрешение. Максимальное разрешение Full HD, минимальное HD. Следующее – качество фото. Также выбираем разрешение, цикл записи. Можно выставить 1, 2, 3 минуты или выключить вовсе, чтобы записывало цельным роликом. Далее – баланс белого, экспозиция, запись звука, включение-выключение, режим парковки, штамп даты на видео, J-сенсор, выставляется чувствительность, звук кнопок, функция VDR, динамический диапазон, включается, выключается, настройка даты и времени, автовыключение питания, выбор языка, частота, включение-выключение экрана, форматирование, сброс настроек до заводских и версия программного обеспечения. При покупке на данное зеркало обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.